Блестяще, блестяще разыгранно. Навес один и забивает Юсипчук! Проходит штрафной и удар Ломакина! Великолепно! Как же классно! А Андреев положил корпус в падении, но опять же, где оборона, да? Всем составом обороняется, на этот раз решили разыграть. Петров красиво пяткой оставляет Котову, передача Денисов 1-0, пятая минута! Роман Денисов открывает счет в матче после углового. Классно разыгранное стандартное положение. Очевидно, домашняя заготовка. И как красиво все это было. Блестяще, блестяще разыграно. Навес один и забивает Юсипчук! И футболку бросает сейчас. Это будет, наверное, желтая. Но куда там думать о желтых? 1-0. Торпеда 89-я. Я вспоминал про гол Москвичева, забитый здесь в концовке Химкам. Вся команда в едином порыве. Замененные, запасные, тренеры, руководство клуба и болельщики ликуют. Торпеда забивает. Ошибка бразильца Уэсли. И редкая возможность на стартовых минутах атаковать у Енисея. Савельев, ух, какая хорошая передача, проходит в штрафную, и удар Ломакина! Великолепно исполняет Александр Ломакин и выводит Енисея вперед. Первая же, доведенная до ума, до удара, атака Енисея становится голевой. 12-я минута. Енисей, родина 1-0. Но вот этот пас, конечно. Слева Швецов. Как легко сейчас Самко получает мяч, входит в штрафную. Попытался пробить. И будет удар. И какой мяч! Мощнейший удар с дальней дистанции. Кто это? Олег Дмитриев? Или Мухаммад Султонов? Кто там из засады подкрался к этой массированной атаке родины? Встреча с черноморцем. Да, не так часто по одному мячу. Опасно! Вот вышедший на замену Игорь Андреев выводит Ярославский Шинник. Вперед Шинник ответил достаточно. Сделал Самойлов вот так издевательски между ног, пробросил мяч дальше партнеру на фланг, и после этого, продвинувшись вперед, пошла передача в штрафную площадь. Ну и Стопец, Александр Стопец, отмечаем его классную передачу, ушел Малахов, но есть Стопец, но действительно, как же классно, Андреев положил корпус в падении, но опять же, где оборона, да?